С наступлением зимы тепло дали во все дома региона. И это даже несмотря на то, что в отопительный сезон некоторые муниципалитеты вошли с крупным долгом. Среди отличившихся Сочи, Горячий Ключ, Темрюкский, Славянский, Ейский и Крымский районы. В некоторых случаях жители регулярно оплачивают услуги ЖКХ, но компании задерживают перечисление средств поставщику. В каждом из них Александр Ткачев поручил разобраться и принять самые жесткие меры. Отопительный сезон на Кубани начался вовремя. Правда, какой ценой? Это уже отдельный вопрос. Чтобы это произошло, пришлось подключаться и к краю. Были проведены неоднократные переговоры с компанией «Газпром», в результате которых нам удалось добиться реструктуризации долгов за газ целого ряда муниципалитетов со сроком погашения до 2 лет. Речь о сумме порядка более 1 000 000 000 рублей. Пора уже жестко, я считаю, ставить вопрос о злостных неплательщиках. Есть такие, которые не платят годами, причем как жители, так и организации. По каждому конкретному случаю нужно разбираться детально и дойти до каждого дома, до каждого предприятия. На совещании также подвели итоги подготовки к зиме. Паспорта готовности к отопительному сезону до сих пор не получили 3 района. Основными замечаниями стали несвоевременный ремонт котельных и инженерных сетей. По словам Александра Ткачева, такая ситуация просто недопустима. От глав муниципалитетов губернатор потребовал своевременно проводить все работы и подготовить необходимые резервы техники.